Привет, здоровята! Не могу я пропустить это видео, так как оно затрагивает самое важное. И это, возможно, возвращение Дениса Цыплякова. Да, именно возможное, так как мы уже 100 раз слышали, что Денис вот-вот вернется. Хотя сам и Денис говорит про это на нескольких ресурсах. Я думаю, что Денис хочет поучаствовать именно в новом промоушене, а именно на Короле Стола, которое организовывается в Дубае. Ибо там гонорары хорошие, и такому спортсмену, как Денис, это должно быть очень интересно. Правда, еще интересно, как чувствуют себя другие промоушены, когда появляется конкурент и набирает обороты, и плюс еще в такой стране, где есть деньги. Ведь это прорядит спортсменов. Уже Ливан подписал контракт не с парнями из Корспорт. Такое чувство, что сейчас начинается время армфайтов и хороших денег. Ну и к борьбе. Мы видим борьбу Виталия Лалитина и Дениса Цыплякова. Как обычно, Денис борется своей обычной техникой и сдерживает Виталия. Первое, что я замечаю, это видно, что Виталий не так старается побороть Дениса, как будто бы наигранно. Кстати, это не я один заметил. Другие каналы также подмечают это. Не знаю, почему они это делают, но могу предположить, что это делается для раскрутки Дениса. Показать, что он крепок. Хотя может и быть так, правда? Мы можем видеть только и предполагать это. Факт в том, что мы близки к тому, что скорее всего мы увидим очень интересные поединки. И интересно, кто будет первый в списке Дениса. Но явно же, что это не будет Ливан, так как прошло много времени, и пока он не готов дать ему бой. Плюс Денис должен хотя бы своими габаритами быть близок к той форме, какой он был в 2015 году. А вот сцена, где Лалитин борется с Давидом Дадиканяном на левую руку. Но это уже совсем другое. Здесь не получится сыграть. И мы видим, что Виталию действительно тяжело. Не знаю, как вы, но я уже очень хочу увидеть поединки этого спортсмена. Вот, например, я вижу его поединок с Тоддом Хатчинсом. Здоровята, а кого вы видите и соперником для Давида? Безусловно, Ливан, я считаю, фаворит. Ну вот прям вот какой-то вот есть.